часовые. Так, на мостике. Убить их! Мы под обстрелом! Они знают, что мы здесь. Гранаты. Много. Кто-то делал запасы на зиму. Берем все, что можно. Зачем добру пропадать? Прошу внести в протокол. Здесь творится странное. Странное? Да просто за гранью. Мало того, что в Дубае люди, вот еще и диджей свой. Нужно выбраться и доложить в штаб. Нет, рано. Конрад и его люди ждут помощи. И этот боец приведет нас к 33-й. Убедимся, что все в порядке, и выйдем на связь. Цель мертва. Не подевались. Смотреть в оба, ребята, не спать. Понял. Твою ж мать! Марш, марш, марш! Черт, это ловушка! В укрытие! Граната! У нас движение! Франк, убит! Come on.
Адам, слуга, отзовитесь! Я здесь. Нужный цел? Я же сказал, в норме. Отлично, тогда вставайте. Я хочу понять, где мы. Кажется, как раз в том отеле, куда направлялись. И как нам выбираться? Например, через дверь. Эти ребята хотят не болтовни, а крови. Лога прав. Нам нужно выбраться и найти 33-й, пока их не порвали в клочья. Значит, стреляем, потом говорим. Ясно. Найдем Конрада, он все объяснит. Слышали? Кто-то идет. Прячьтесь. Взрывчатка? Вы чем думаете? Они окопались. Делать было нечего. Вас могло засыпать, гидрене Феня. Где солдат? Тот, который с самолета. Внизу, сэр. Его охраняют? Постоянно. Так, пойду поздороваюсь. Агент Каставин, стойте. Что? Он же молчит, сэр. У меня заговорит. Уокер, это американец. Я заметил. С какой стати местные его слушают? И почему он враг проклятых? Не знаю. Черт. Сам и спросишь. Они еще живы. Разберитесь с ними. Осторожно! У него дробовик! Цель устранена! Сосредоточить огонь! На крыше! На крыше! На крыше целая толпа! Стреляй! Еще один! Тупик! Огонь в ухо!
Действуем по обстановке. Понял. Еще один? Ты слишком сильно ранен! Вернулся в укрытие! Назад дороги нет! На лестнице! Видите? Черт, уберите их! Лукер, и куда нам теперь? Луга, попытайся вытащить нас отсюда! Я вижу, ни хрена не вижу! Хорошо, веди нас! Месяц песком плеваться. Не расслабляйтесь, еще далеко. Нам нельзя терять время. Будьте начеку, господа, мы не одни. Фу, ну и вонь. Сразу ясно, что здесь кто-то жил. Но если это жизнь? Это выживание. Примерно с тех пор, как начались бури. Жизнь – борьба, но это не дает права убивать солдат. Американец явно дал им такое право. Но зачем? Я не знаю. Впереди свет. Разберись. Окей, босс. Так, все за мной. Спокойнее, внизу гражданские. А тут уютно. Ни хрена себе! Шелковые занавески, серебро, отличный хрусталь. Черт, у них и пианино есть! Может, мне сменить профессию? Луга, тихо. Прости. Господи, их просто перебили всех. Не, смотри, их построили. Это казнь. Прямо как... Слышали? За мной. И тихо. Мы будем продолжать, пока ты мне все не расскажешь. Сколько солдат находится в водохранилище? Уходи, пока можешь, агент. Наши бойцы уже на подходе. Проклятые не спасут. 33-й перестал существовать, нарушив приказ. Пошел ты. Дубай жил бы в мире, если бы вы не подняли местных. Подбили убивать солдат. Вы правда думали, что мы не ответим? На то и расчет. ЦРУ всегда завершает начатое. Что ж, давай докажи. Ни хера я не скажу. Нет! Что это? Не стрелять! Опусти оружие. Думаешь, я дурак? Нет, поэтому ты сейчас уберешь свою пушку. Опусти ствол, я опущу свой. И не мечтай. Как звать? Макферсон. Лейтенант. А ты кто? Уокер, капитан. Нас прислал твой друг. Он был возле самолета. Правда? Где же он? Погиб. Почему я не удивлен? Ну и думаешь, мы его убили? Этого я не говорил. Да ты вообще не из болтливых, друг. Параграф 4, капитан. Обратитесь к моему командиру. А он где? Думаю, сейчас он уже внизу. Ага, наверняка. Подождите здесь, я за ним схожу. Обыщи труп. Он не врал. Это жетоны ЦР. Ни хрена себе! Это же добро ЦР. Вот они! Вали их! Слышу, на цели! Получится. Это были солдаты. Наши солдаты. Это самооборона. Мне от этого не легче. И не должно быть. Все назад. В
Впереди вижу свет. Это вы? Идем туда. Тебе же лучше будет! Какого черта 33-й мочит население? В бой! Открыть огонь! Это ж наши! Не откроем огонь, нас убьют! Давай! Никак нет! Убейте! Берегись, у него дробовик! Внимание! Дэй меняет позицию! Нас прижали, уничтожь их! Черт, где подкрепление? Группа Альфа, Браво 2, выступаем! Магия! Вспышка! Выходит из укрытия! Разойтись и занять оборону! У нас приказ. Всем действует. Разойтись! Черт! Граната! Перезарядка! Прикройте! Заряжаю. Нужно идти, пока здесь не оказалось больше солдат. Больше американских солдат. Дезертиров. И что делать? Чтобы в этом разобраться, нам нужно найти Конрада. Это поможет? Его батальон дезертировал. Конрад всегда был человеком чести. Может, батальон и спятил, но полковник тут точно ни при чем. С чего ты взял? Потому что я его знаю. Так, открывай. Без вопросов. Сейчас сделай. Тогда надо поторопиться. За мной. Я знаю, сейчас многие задают тот же вопрос. Зачем? Ну, я и сам хотел спросить вас о том же. Мы же заключили перемирие. Вы его нарушили. Вы сами. Мы предложили вам сдаться. Вы отказались. Зачем? Зачем? Зачем вы это сделали?